настоящее время Евгений Вадимович отбывает административное наказание за совершение административного правонарушения, но 29 июля прошлого года в отношении Евгения Вадимовича было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса, ну, та самая статья о дискредитации вооруженных сил. Собственно, по результатам расследования уголовного дела, именно этого, прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Журналисты, конечно, говорили о том, что возможно будет какое-то этапирование, возможно, дело будет рассмотрено в Москве, но это все противоречило требованиям должно-процессуального закона. Я только сегодня утром в 9 утра в спецприемнике получил обвинительное заключение вместе с Евгением Вадимовичем. Нам требуется, конечно, время для изучения обвинительного заключения. Дело должны сначала передать определенному судье, и судья, уже изучив материалы, должна назначить дату судебного заседания.